Всем доброго дня. Время 7:30. Сегодня у нас воскресенье. И вот мы на смерти. Андрюха там мелочь дергает одну за другой. Ему надо, у него семья большая. Тут у нас Наталья. Тут у нас Александр. Уже подбирает другую удочку. Вот так вот. Андрюха там продолжает дергать, а мы сидим и ждем. Я тут насыпал немножко манки, еще какой-то приманки. Будем думать, что придется рога. Наверное, надо еще дырочку первый мой окушок. Никогда бы не подумал, что я на эту мормышку буду ловить. На эту, как она называется-то, чертик? Лежала, блин, лет 5 у меня. Сегодня, думаю, привяжу. Нет, на голову не хотела, подсадил красненького. Давай, заходи. Ушел. Не смог завести. Тут никто не хочет пока.
Совсем-то маленьких отпускаем. Сначала вроде оставляла, сейчас. Ну, Саня, ты это, задание-то помнишь? Да блин, он что, один и тот же, что ли? Причем рыба стоит не у дна, а... Ну, как-то она во всех вот, не опускаю до конца, все равно ловит. Я так понял, что пока я всех мелких не изловлю, крупный не придет. За сорочкой пойдем потеплее, когда будет. Андрюха, тут спаивают коллектив. Закон никто не отменял. О, блин, я только поговорил о законе. Он говорит, я здесь, давай. Вот такая мелочь сегодня ловится. Санька говорит, что поймал там где-то сорожину. Андрюха ушел к траве. О, Санька, что, опять сорожина? Но не мелкий окунь, да? Вот так вот. Есть рыба, но не ловится. 28 апреля. Мы на озере. Четвером. Вот такое озеро. Рыбка маленький клюет. Ну как-то. Как-то худенько. Это остров.
вот это, наверное, бобрина хатка. Не знаю, я не приходил. Но мне кажется, что тут там бобер живет. На улице, ну, около 0 градусов. И не тает, и не морозит. Это так. Хочешь половить сорожку? Иди немножко поглубже. Да. Но все равно нужно прикармливать. Этот от острова уже отошел. Все бегают, все ищут. Саня сверлится, ловится, не знаю. Вот у Наташи сегодня скучает. Не ловится у Наташи. Ну вот мы завершаем сезон на озере Смерди в Беломорье. Шикарный стол. Куча рыбы. Вы не верите, что это грамм по 50? Нет, это 100-граммовые. Просто они усохли, пока лежали. Лед классный. Пришли мы вон оттуда, вот с той горочки. Мы одни на озере. Было 2 человека, потом все убежали. Да. Всем добра. Ну что, вот как-то так вот, да. Подходами есть чуть-чуть сторожки. Но немножко. Капризная сегодня рыба, капризная. Озеро сегодня такое. Если вы хотите поинтересоваться, как у меня дела? Да. Во. Во. Как чаек? Че, клюнул что ли? Да. Ну-ка давай-ка, давай-ка. Ну, я отвлекся и... Да-да-да, это вот как бы типа ты подымай, подымай. И все. И все. А так он молодец, че. Кидали? Таких крупных сооружений он там таскал. Так, вот не то, что я. Мелочь. Что-то все время поклевывает, но ловиться отказывается. Там у нас харчевня, там вон стоит антенна, телевидение и радио, и телефона, и интернета. Вот такое сегодня вот небо, очень даже комфортное. Мы до сих пор на озере, вышло солнце. Наступила весна, клевать совсем перестало. Но зато красиво и тепло. По льду ходить комфортно, не скользко и не проваливаешься. Вообще замечательно. Вот. Летают какие-то самолеты, но их не видно. Такое вот небо, наше северное небо. И кто скажет, что в Швейцарии лучше? Я могу поспорить, мне здесь хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Только что что-то клюв, кто-то уж подходил. Подымем.
считайте, что голый крючок. Сейчас мы его перенаживим. Фу! Сантиметров. А, нифиг тут и глубже. Так всегда. Уйдешь, клюет, придешь, не клюет. Что ей надо? Клюет, но не ловится. Пойду-ка я, наверное, за сухарями. Пора их, наверное, сюда замочить. Вот сухариков сбросил белых. Вроде какой-то поклевка была какая-то. Красные опарики подходят к концу. Пожамкаем оставшиеся сухариков. Немножко перешел за этот остров. Саня остался там. Мы сюда пришли. Оп-оп-оп. Этот самый. На Андрюхе что-то оп-оп-оп. У меня пока никаких опов нету. Пока никак. Вот, Андрюха там что-то подсекает, но я еще не снимаю. Вот. Вот. Вот Андрюха. Передает вам всем привет. Да, погода вообще распогодилась. Весна. Вообще, блин. Сегодня летели белые лебеди. И с ними черный гусь. Гусь. Снимать не стал. Там вот катаются люди на каракатах, жужжат. Не могу сказать, зачем они тут ездят. А я пытаюсь что-то поймать. Саня, туда перешли опять.
Оп, ну да, нормально уже сооружено. Завершение зимнего сезона. День просто замечательный, просто чудесный, солнце светит на улице, ну просто здорово, вроде даже и уходить неохота, там база отдыха, санаторий Беломорье, ну его не видно, конечно. Здорово, не знаю, видно или нет, солнце садится. Так все красиво. На этом зимний сезон 24 года заканчивается. 28 апреля 24 года. Он, Андрюхи, там продолжает что-то клевать. Тут тоже кто-то все время дергается. Но не определился, хочет он или не хочет. Да. Где же ты, где? Я хотел пойти удочку еще одну смотать. У меня там еще одна удочка не смотана. Тут раз и поклевка. Ух, нифига. Зацепилась. О, Наталья что-то поймала. Сорога пошла. Оп, и неплохая. Саня, что поймал? Ну что, на балансир? Ты лучше. Балансирщик. Какая-то она ленивая, блин. Скажи, что уже, так скажем, после пяти манки нема. Это как со спиртным. Она все равно какая-то мирная, блин. Ну вот это самая тут маленькая, ну ладно. Ух ты, 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 ух ты. Опа. Сработали это самое, Санькины сухари. Вернее, эти печенюшки. Здесь постоянно что-то клюет.
Где крючок? Угу. Конечно. Это такой дурацкий крючок. На него может еще щупачок попасть. Там эти самые, у меня поменьше сороженька. Фу, все. Такая, не видно ее. Вот. Ну, она такая. Это у меня сеговая удочка так-то. Я поменял эту самую. Были здесь сеговые крючки. Ух ты, блин. Отвлекся. Покрупнее это тащит, так приятно. Ну, давай, ты же хотела взять. Прикольно. 15 сантиметров со дна поднял. За эту зацеплять. Бывает. У каждой удочки есть минусы и плюсы. Ну, настраиваешь как-то на какую-то глубину. Ты уже поняла, где тормозок. Да. Что-то разговаривает, комментирует. Снимает, значит, что-то. Блин, да что такое-то? Кому это? Кто такой недовольный-то там? Отвлекся на тебя, Андрюха, чувствуешь тут удар такой. Ну ты гад, Андрюха. Удары есть. Поставлю, не буду ничего шевелить. Ну-ка. Фай. О, вот, сама, давай. Ну что, тебя учить, что ли? Вот так вот и клюешь. Я ведь не буду тебя заставлять. Давай. Это все дело добровольное. 5 сантиметров одна и... Шик. И ее обманул. Тихо, это ты. Даже почистил тебе дорогу, чтобы тебе было легче выходить, не пораниться. Ну, мерная такая. Самое то. Для живчика. Да, желез нету. Фу, на тебя. А Санька там что-то руками-то машет. Камеру замотал. Потому что темно. Опа. Антиопа. Блин. Да? Прыг. А я не думал, что ты такой волейбол, блин.
сквозь Русь, смотал он удочку и убежал. Но я когда-нибудь вернусь. Принесешь, что поймать? Саня, это вот здесь половилось, пока ты ходил. Ну что, Санек, все, возвращаемся. Ты против солнца стоишь. Как день прошел? А, вот оно что. Да. Замечательно. Вообще, да, класс. Здорово. Повезло нам с погодой. А у тебя морда красная. А морда красная, да. Это от наглости. Что столько сороги наловил. А теперь надо нести еще. Сейчас там уже... Просто чудо. Ну, хорошо. Давно я так... Не отдыхал. Да. Выход уже сыроватый. Но идти можно еще. Тропинка держит, но не везде. Можно и провалиться. Это самая высокая точка. Я эту тропу раньше показывал, всю снимать не стал. Вы так могли посмотреть, если вы смотрите мое видео. А он ее завел уже, да, издалека? Хорошо. Замечательно. Нам туда, где закат. GoPro 100 видео.